Завітала на шкільний поріг. Перше вересня, День знань, урочисте свято. Знову зустрічаємо новий навчальний рік. Дітей, батьків, гостей вітаємо радо. Шкільна родина зійшлася до хати. Старшокласники і першачки. Усміхаються мами і тата. Стали старшими діточки. Ой, а де ж це наші новачки? Наші милі першачки. Може, ніжаться ще в ліжках і поспати хочу трішки. Ні-ні-ні, ой, що ви? Вони тут за всіх раніш були. Дівчатка й хлопчики такі гарненькі, чепурненькі. Злякались, мабуть, бо маленькі. А, он вони за рогом школи заховались. Тільки по кульках і відшукались. А де ж одинадцятикласники заварились? Може, теж злякались? Вони що це? Запізнились чи що? Ні-ні, ой що ви? Вони теж раніше усіх тут були. А давайте оплески гучніше, щоб вони з'явились. Злинішим музиком небо настає врочистий час. Увага всім! Йдуть на лінійку 1-й і 11-й клас. Зустрічаємо! Літо, прощавай! Здравствуй, рідна 7-ма школа! Рівнення на державний прапор України. Прапор внести. На нашій лінійці присутні гості. Міський голова Хорців Сергій Іванович, методист міського методичного кабінету Козел Антоніна Петрівна. Привітаємо гостей. Слово для привітання надається директору школи Горбужиній Ірині Вікторовні. Дорогі учащиеся, уважаемые учителя, родители, гости! Примите поздравления и добрые пожелания в связи с началом нового учебного года. Именно в этот день, каждую осень, наша школа гостеприимно распахивает свои двери перед вами, наши ученики. Мы все собрались сегодня для того, чтобы опять наполнить нашу жизнь общением, поиском знаний, шумом перемен и относительной тишиной уроков. Сегодня на нашей линейке присутствуют 11-классники, для которых этот учебный год последний. И ровно через 273 дня они с грустью будут вспоминать сегодняшний праздник, потому что вместе с уроками закончится и детство. Желаем вам, учащиеся 11 класса, провести этот год интереснее и насыщеннее, чтобы всегда вспоминать с удовольствием свою родную школу, чтобы хотелось встречаться со школьными друзьями, и чтобы хоть иногда хотелось зайти в свою родную 7-ю школу. Нам очень приятно, что почти в полном составе остались учащиеся 9 класса учиться в 10 классе нашей школы. Поэтому желаем вам успехов, наши тоже старшеклассники. Но есть среди нас и те, кто, для кого школьная жизнь сегодня только начнется. Это наши самые маленькие ученики. Сегодня в нашу школьную семью пришли 55 первоклассников. Вам, дорогие первоклассники, мы желаем быть смелее. Желаем прислушиваться к советам своих первых учителей. Желаем, чтобы вы всегда уважали и любили своих родителей. И старались быть хорошими учениками. Дорогие родители,
Не волнуйтесь за своих детей. Вместе с вами мы сделаем все для того, чтобы они выросли здоровыми, добрыми и хорошими людьми. В День знаний всем учащимся школы желаем уверенности в своих силах. Родителям желаем терпения и взаимопонимания с детьми. Хочу выразить благодарность учителям, которые дают прочные знания ученикам и воспитывают настоящих патриотов Украины. В течение 2016-2017 учебного года и в летний период проводились работы по модернизации и реконструкции школы. Выражаем огромную благодарность городскому совету, исполнительному комитету городского совета за проведение первого этапа проекта термомодернизации школы, установка металлопластиковых окон, капитальный ремонт и реконструкцию кровли на переходе школы. Выражаем благодарность за оказанную помощь подготовке школы к новому учебному году родительской общественности, педагогическому коллективу, техническому персоналу школы, предприятию «Оргмин». Желаем всем крепкого здоровья, семейного уюта, всегда мирного неба, счастливого Нового года учебного. Слово надається міському голові Хортьову Сергію Івановичу. Добрый день. Дорогие друзья, уважаемые родители, коллектив 7-й школы, я благодарен Ирине Викторовне за приглашение на ваш праздник. И знаете, перед началом стал свидетелем того, как шли, волнуясь, но важно, наши малыши, которые сегодня первый раз переступили порог школы. Но самое главное, за ними и шли волнующиеся родители, у которых папы, мамы, бабушки, у которых сегодня тоже ответственный этап. Вы поступили в первый класс вместе с вашими детьми, и 11 лет вам предстоит учиться дальше. Поэтому всем малышам, выпускникам желаю крепкого здоровья, счастья, удачи во всем. А преподавателям, учителям, сотрудникам терпения. С праздником вас!